Почему чекисты вместо кобуры прятали оружие в карманы? Сотрудники НКВД далеко не всегда использовали для ношения оружия кобуру. Нередко пистолет, а точнее револьвер, находился в правом боковом кармане пиджака, куртки, пальто или плаща. Такое расположение оружия позволяет быстро, а самое главное неожиданно для противника произвести выстрел сквозь подкладку одежды, то есть даже не вынимая пистолета из кармана. Кроме того, при необходимости оружие можно незаметно извлечь из кармана. Для этого следует повернуть сопернику левым боком. После того, как револьвер оказывается снаружи, стрелять необходимо из-под левой руки. Примечательно, что в правом кармане верхней одежды предпочитали носить оружие даже сотрудники госбезопасности Германии.